учитывая силу соперника, сегодня решили сыграть от обороны, от супермаркета в вратах. Но как бы не все получалось. Много сил потратили в первом тайме, играя без мяча. Итог во втором тайме подсели, получили еще два. Буду стараться исправлять ошибки. Хочу поздравить соперника с победами. Два потеря ты дал в отмеченном месте? Думаю, что игра удалась сегодня. Позволили соперникам раскрыться в атаке, создавать моменты в свое же время. Да, согласен, первый тайм измотали. Но, к сожалению, закончить так можно. Вкладывать на концовку такие матчи, конечно, не хотелось. Конечно, любой стандарт несет угрозу, тем более кашет. Ну, рад за молодых ребят. Женихин забил, Карпович вылезан плохо. В принципе, он нормально.